И сегодня же спикер Госдумы прокомментировал перспективы работы России в парламентской ассамблее Совета Европы. Наша делегация, напомню, была лишена полномочий в апреле 2014-го после событий на Украине. Нарышкин напомнил, Москва не согласна с этим решением ПАСЭ. По мнению главы Нижней палаты парламента, оно было принято из-за поверхностного или предвзятого отношения к внутриукраинскому кризису. Мы приняли решение пока воздержаться от того, чтобы подавать свою заявку на участие в работе парламентской ассамблеи в январской сессии. Будем внимательно следить за развитием ситуации, когда условия для, повторяю, такого открытого и равноправного парламентского диалога вновь возникнут, мы примем иное решение. Что касается членского взноса, то в феврале месяце мы, Российская Федерация, выплатить часть этого взноса, примерно в объеме 1/3 от годового взноса. Ну, а дальше посмотрим.